Итак, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм, и сегодня у нас, точнее завтра начнется новая неделя с новыми ивентами. И, собственно, пришло время посмотреть на обзор этих самых ивентов. Итак, значит, новый ниндзя, так, ау, третий райкаге. И, в общем-то, да, учитывая, что на этой неделе его вроде бы особо не продавали, поэтому можно и так сказать, что он новый. Значит, наруто ранин, наруто санин, ну, в смысле, санин шести путей, мадара, эда тенсей релизнутый, тоже, кстати, он, походу, очень новый. Значит, бесконечные цукуёми — это вот донатный ивент. Тузовый чардж тоже. Крейзи сот машин тоже. Значит, разрушение золотых яиц то же самое. Так, супер карнавал. Так. Total spending rebate. Так, все это, в общем-то, интересно. Ну, в общем-то, кстати, ну, вот это самое обычное все дела. В принципе, их считать какими-то там особенными нет смысла. Ну, ивенты эти, которые не дают они бонуса, короче, предыдущих. Значит, Lucky Board, ну, тоже, типа, в зависимости от того, что там, конечно, есть, но не дает бонуса чисто предупреждения. Значит, Lucky Stars Wheel, то же самое, для траты купонов. Lucky Snatch, фигня. Terrible Sage. В принципе, опять же, ну, Terrible Sage — это, пожалуй, лучшее, куда можно, типа, потратить купоны и так далее. Кошелек Наруто Фроги, ну, такое себе. Тоже, опять же, больше донатный. Да, не больше, а по сути Наруто Фроги — это донатный вес. Значит, там Limited Charm Rebate. Вот, Rebate на чармы, давно пора, в принципе. Так, и Battle Armor, ну, то есть все, что с ними связано. В общем-то, тоже не так плохо. Так, летние выходные, Summer Holidays, Login Gifts, Summer Wash и Summer Packs. Забавно. Вот это вот очень-очень интересно. Вот это вот Summer Holidays, какой-то, что ли, даже новый ивент. Потому что, видите, здесь и Login Gifts есть, и все остальное. Ну, то есть, без подарочков не останемся, к счастью. Значит, Fishing Mania, ну, это такой себе посредственный ивент. И, в общем-то, что я могу сказать? Я могу сказать, что, в принципе, неделя, конечно же, во много раз хуже, чем наша сегодняшняя неделя. То есть, у нас нету каких-то ивентов, которые купоны дают. У нас, короче, в принципе, нету халявы особо, ну, то есть там за посещение бонусы, но это не так много. Тем не менее, ну, что могу сказать, хуже, чем предыдущая, последующая неделя, поэтому, в принципе, можете говорить, что все типа плохо и так далее и тому подобное. Ну и, в общем-то, что я могу еще сказать? Ничего я не могу на самом-то деле насчет этого сказать. Остальное покажет время, потому что могут быть какие-то интересные предложения, например, Lucky Board посмотрите, еще куда-нибудь посмотрите и так далее. Значит, ой. О, блин, чувак.
Чувак захотел попасть в это видео. Мой знакомый, ну судя по потому какой ник у него. Значит, seriously no skill breaks. Да, кстати, вот еще минусы. Из минусов, что и скилл броков никаких не добавили. Могли бы, в принципе, напрячься немного. Они, короче, не поставили вот Фукурукумару Стилса. Тоже плохо. В принципе, как бы какая разница, что там за это, за ивенты, в том смысле, что Lucky Board или Lucky Snatch, или же этот Lucky Stars Wheel. Без Фукурукумару Стилса все равно это как бы на порядок хуже, чем могло бы быть. Поэтому такие вот дела. Ну и, конечно же, с Фукурукумару Стилсом, если бы было у нас это, как его, ну, это, например, Treasure the Sage, короче, вот этот вот ивент, где ты огромный выбор просто ниндзя, которых ты можешь брать, плюс еще и они с 30% скидкой прямо в трежере даются, то это, в общем-то, было бы очень даже неплохо. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Вот такая вот неделя. В принципе, фе неделя. Всем пока-пока.